Привет, дорогие мои. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить последний из нас, ну или одни из нас. Давайте двигаться дальше. Здесь все очень плохо. Мы потеряли Элли, но при этом нашли брата. Брат очень хороший. Томми, все его помнят из начала игры. Но теперь нам нужно двигаться дальше. И сейчас, я так понимаю, то ли лошадь надо свою взять, чтобы перепрыгнуть вон там, то ли что. Скорее всего, пешком идти. Куда же подевалась Элли? Нет, пешком я тут ни в какую не перепрыгну, поэтому давайте искать свою лошадку. Она у нас осталась где-то там. Сегодня я ношусь. Просто потому, что мне страшно за эту девочку. Теперь идем к лошадям. Давай, лошадка. Так, погнали. Я все время после Red Dead Redemption нажимаю крест много раз, чтобы перепрыгнуть. Пошла. Надеюсь, все не так. Давай. Но. Следы ведут сюда. Ну где же ты, ну? Только бы до нее не добрались. Давай. Томми, далеко вперед не убегай. Красивая природа. Вообще такое умиротворение, если забыть на секунду о том, что весь лес просто кишит этими бандитами. Что-то там есть. То ли лесопилка, то ли шахта, то ли ферма чья-то. Это наша лошадь. Она должна быть там. Так, давай быстрее. Давай, 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 давай. Только не ели. Вроде никого. Элли, ты где? Осторожно. Элли! Может, в шкафу? Элли! Ах ты, господи. Я сейчас недоуменно глазами будет хлопать. Явно стоит поговорить. Сейчас ремень притащу. Сначала насобираем всякой ерунды. Медальон цикады. Ахаха, как интересно. Самая бесполезная вещь в игре. Так, ну хорошо. Ты не на первом этаже, я так понимаю, да? Блин, эти крысы пугают. Кстати говоря, там, по-моему, поиздержался маленько. Ну да, как-то вот так. Шо? Пойдем второй. Ну и где ты? Вот ее комиксы. Ух ты. Дикие звезды. Горизонт событий. Zero Point. Вообще-то горизонт событий это Event Horizon. Вот ладно. Книга 12. Горизонт событий. Прошло 15 лет после того, как странники добрались до фон Неймана. В ходе их атаки погибла большая часть экипажа. И, что хуже всего, остановилась реакция в нульполевом двигателе. Она до световой скорости до планеты странников лететь почти 12 лет. Цель близка, но недосягаема. Надежды у Даниэлы почти нет. Господи.
Family Systems. Прикол. Системничек. Пацанская комната. Я, блин, собирал, знал бы. Где же ты, девчушка? Оторва маленькая. Хорошо. Подожди-ка. Нет, показалось. Показалось, оттуда выглянул кто-то. Блин, да где она? И тут нет. Так, спокойно. Я начинаю волноваться. Это правда все, что их волновало? Парни, кино. Какую бы лучше маечку надеть? Хм, так странно. Вставай, мы уходим. Пошли. А если я не хочу? Ты хоть понимаешь, что значит твоя жизнь? А? Взяла и убежала из идиотской прихоти, как глупый ребенок. Значит, мы оба друг друга разочаровали. Что ты от меня хочешь? Признай, что ты мечтал меня сбагрить. Томми знает эти края да лучше плевать. Меня. Ну извини, ему я доверяю больше, чем себе. Хватит прикидываться. Чего ты так боишься? Что со мной будет как с Сэмом? Я не могу заразиться. Я могу за себя постоять. Сколько раз мы чуть не погибли. И тем не менее до сих пор живы. Томми сумеет лучше о тебе позаботиться. Да он тут дочь потерял свою, дура. Он просто не хочет, чтобы такое повторение было. Что? Мария рассказала мне про Сару, Элли. И я... Ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Мне жаль твою дочь, Джоэл. Мне знакома боль утраты. Ты понятия не имеешь, что такое утрата. Все, кто был мне дорог, либо умерли, либо ушли. Бросили! Все, кроме тебя! Так что не говори, что с Томми мне будет лучше! С Томми мне будет еще страшнее! Ты права. Ты не моя дочь. А я тебе не папочка. Тут наши пути расходятся. Завязывайте! Мы не одни. Двое на подходе. Внутри их еще больше. Так. Хорошо. Блин, надо было спрятаться получше. Спокойно. Все будет как надо. Тихо, 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 тихо. Твою мать. Ни хрена! Да твою мать! О! Стелс не удался. Теперь я не знаю, что мы здесь. Ну, вылазь, ну. Я вижу твою тень. Томми, а ты чё ждёшь? Скотина тупой. Так, наверху ещё есть? Нет.
Подожди. Спокойно. Блин, да сколько их набилось. Как они меня нашли вообще? Та-та. Ох, хорошо. По фаршу. Так, а мне нужно подлечиться. Хоть маленько. Так, в доме чисто. Ну еще бы. Пошли назад к лошадям. Это было круто. Блин, по стелсу опять не получилось. Не люблю, когда по стелсу не получается. Я люблю стелс. Но по глупости, по сути, из-за чистой случайности. Да ладно. Капец, вон ногу оторвало и руку. Так тебе и надо. You don't mess with Joel. Хорошо, погнали. Никого. Так осмотрелся тоже. Сейчас из леса прилетит. Помочь тебе? Я сама. Вот и дом. Вечером кино будет. Где лаборатория? Далеко, в университете Колорадо. Гаудамус. Элли, слезай с коня. Верни его Томми. А этого я заберу, если ты не против. Ну что, два раза просить? Я не понял. Опасаюсь твоей жены. Больно уж она грозная у тебя. Прости, что украла лошадь. Ты чего? Пошли домой. Давай хоть поговорим. Ну что говорить, я все решил. Значит, в Колорадском университете. И где она там? В научном корпусе. Такая, как зеркало. Не пропустишь. Передавай привет жене. Мы всегда тебе рады. Знай. Готова? Готова. Адьос, братишка. Пошла. Ай, молодца. Все сделал как надо. Далеко это, аж в Колорадо пилить. Япона, мать. Осень какая красивая. Это называется перехват. Если 10 ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. Как все сложно. Просто нужно сыграть пару раз, и все поймешь. Университет Колорадо? Ух ты. А я думал, мы сейчас туда долго пилить будем. А что это за кличка? Мозоль. Ты же не спросил у Томми, как ее зовут? Мозоль. Ну да.
Вот он. Не знаю, что там, на зеркало похоже. Обычный такой университет. Кто-нибудь помнит гимн вообще студентов? Я тоже помню этот вот Гаудеамус. И в принципе все. Там же целая песня на латыни. Так, хорошо. Что-то мне кажется, что здесь будет не особо много ученых и очень много охочих до нашего внутреннего мира. О, трава. До нашего внутреннего мира, господ. Ну, то есть там кишки, мозги, кровищ, все как всегда. Хорошо. Это что, карта, что ли? Надо взять. Или что это такое? Нет, это не карта. Идем в центр. Оттуда будет виден почти весь лагерь. Окей. У меня такой же вопрос был. Все заброшено, но не в таком уж плохом состоянии. Так, ты за мной? Давай я тоже поскочу. Подвинься-ка. Как Рик. Помните первую серию? На лошади такой. Музыка? Откуда? Так, нам туда вообще. Туда мы Значит, сможем. Тут люди жили и просто учились? Даже если они совсем взрослые? Да, учились, развлекались, искали себя. Решали, что хотят делать в жизни. Что хотят делать в жизни? Да, было время, когда люди не хотели просто выжить. Они были сытыми. Ух ты, это что это такое? Огнемет? Ну, наверное, круто. Что он тут делает? Так, ладно, сейчас мы сначала все соберем, а потом попробуем маленько прокачивать. Сейчас еще навыки поднимем какие-нибудь. Все как надо. Блин, сюда тоже можно пойти. Ты. Так, хорошо. Пойдем покачаем маленько. Лук, винтовку. Начали. Так, винтовка на мощность, это четвертый надо. Мне не хватает. Это, по сути, я ни то не могу. Ну давай, чё уж. Это какой-то вообще отстой, честно говоря, мне совсем не понравился. Ну... Ладно, давай. Дальше свой пистолет качать. Окей. Вот, отлично. Как-то так. Блин, у меня на спине уже висит там целый арсенал просто. Так посмотри. Смотри-ка, как много места. И это место, по сути, оно не обязательно для посещения тоже, потому что нам нужно скакать туда вперед. Сюда можно было вообще не заходить, не найти этот огнемет. В этом вся игра, именно за это ее и любишь, ну, среди прочего. Ее много за что любишь. Как вообще можно не любить лучшую игру на PlayStation 3?
Это я уже могу со всей определенностью сказать. Тут был наблюдательный пункт. Журнал снайперской базы. 29.08. Ничего, а говорили, здесь будут люди. Никакой смысл тут торчать, если ничего не происходит. 1.09. По-прежнему ничего. Марк, хватит ныть. Здесь хотя бы читать можно. Тебе еще повезло, что не послали лабораторию охранять. 14.09. Это 14 сентября? Мой день рождения. 5 новобранцев из КЗ Чикаго. Прибытие. Наконец-то. Он один даже дал пачку сигарет за хорошую службу. Круто. 5.10. 6 человек из штаба. Прибытие. 6 человек на одну машину. Похоже, снаружи было все еще хуже, чем было. Припасы из штаба. Прибытие. Кстати, я спер 2 яблока. Одно я оставил тебе. Приятного аппетита. 31.10. 10 миллионов злющих оборотней. Прибытие. Пустил специально для тебя. Веселого Хэллоуина, Андреа. 5.11. Разведгруппа вышла в город за припасами. Убытие. Разведгруппа вернулась. Прибытие. Роджер подловил меня спящим и наорал. Урод. 20.12. Один биолог из Сан-Франциско. Прибытие. Полный идиот. Не спускай с него глаз. 3 новобранца охраны. Прибытие. Эти хотя бы с Рождеством поздравили. Не стал говорить, что я иудей. 22.02. 10 ящиков из госпиталя Юты. Всякий научный хлам. Прибытие. Так, 4 ветерана бронятся из-за припасов. Убытие. С этими учеными все больше ртов приходится кормить. 3-4. 3-4 похоже, да? Ладно. Это, похоже, вообще другие записи какие-то. 2 ветерана, уехавших в феврале. Прибытие. Припасы из КЗ Даллас. Прибытие. Ёлки-палки, у нас курица. Позови меня, как только подадут ужин. 4.21. 12 ветеранов из КЗ Бостон. Убытие. Удачи им. 6.12. 3 врачей. Убытие. Не знаю, почему они смылись. 2 новобранца. Убытие. Джон говорит о какой-то разведке. Но зачем? 8.20. 4 десятитонных грузовика и планшет прибытия. 1 грузовик прибытия. 2 водителя ветерана прибытия. 2 водителя новичка прибытия. Нифига себе. Новенький блондинчик строил мне глазки. Надеюсь, он тут останется. Кстати, что это за суматоха? Кто-нибудь объяснит нам, что происходит? Как-то много, на самом деле, сюда въехало. Внезапно так. Так-то все там. Содержательная такая запись была, да? Окей. Нашим лишь бы сюжет проскрывать. Туда. Так, смотри, тут еще что-то есть. Офигеть. Да ничего особо нет. Так, хорошо. Поехали. Поехали, Элли. Однако. Сдвинься. Так, давай возьмем небольшой разгончик. Ну пошла. Развернись уже, ну. Пошла. Так, давай, 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 давай. Оп. Это было весело. Блин, прикольно вообще не так. Красиво очень. Смотри, вон там. Это оно? И правда похоже на зеркало. Так, хорошо. Что у нас с этой стороны? Я уже понял, куда идти. Да. Все же. Не лезет. Мне просто нравится вид этой дуры. Она такая, конечно, кривовата, на коленке собранная, но тема крутая. Здесь ничего. Окей, пошли туда тогда. Там пролом в стене как раз то, что нужно.
Так, а вот тут что-то жутенько. Сколько там людей? В смысле, у цикад? Тут, похоже, нужна целая команда. Думаешь, тут есть мои сверстники? Не уверен. Заехала прямо сюда. Я еще не проверил ничего. Ну ладно. Это же Элли. Ей можно. Она крутая. Эй, ты чего? Может, бегуны? Побудь с конем. Пойду гляну. Да, а то он убежит. Я быстро. Бегуны, точно. Так, хорошо, приступаем. Как делали это уже сотню раз до этого. Похоже, кто-то пытался все наладить. Записка на стене. Мы поставили дверь на входе в генераторную. Не запускайте генератор без необходимости. Топлива очень мало. Офигеть их там. Ничего, да? Так, а там один. Один, похоже, такой, да? Щелкун. Хотя нет. Жутенько. Тихо. Все пошло не так, как я хотел. Давай, 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 давай. Что-то огнемет какой-то странный. Вот так. Фу. Что-то я затупил. Я хотел просто, блин... Ну, вы поняли. Я хотел кинуть туда бутылку, чтобы они туда все сбежались, и потом... сказывается, наверное, то, что это седьмая серия. Нет, это шестая серия за день. Я уже просто, видимо, лыка не вижу. Хотя, в принципе, нормально себя чувствую. Но такие ошибки я раньше не допускал. Так, хорошо. Все мы тупим временами. Патрончики. Что-то мне не нравится, честно говоря, этот огнемет. Он видом мне нравится, а как действует, не особо. По-моему, куда проще дуплетом в голову развалить кому-нибудь. Так, давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас просто подъем, да? И что-то еще есть. Очень вовремя. Да ты что? Представляешь, ты там совсем один. Это было бы круто.
Стадиончик. Очень круто. Хорошо, ладно, давайте запускать. Раз. Два. И давай третий. Так, ну теперь, я думаю, все будет работать нормально. Вроде как, должно бы. Так, а тут что? А тут ничего. Ладно. Хорошо. Ну а ты? Кем ты хотел стать? Ну, в детстве я хотел стать... певцом. Да ладно. Серьезно? Спой что-нибудь. Нет. Давай, я не буду смеяться. Ни за что. Джоэл, пожалуйста. Давай, никто не услышит. Чуть не решился, походу. Так. Ладно, короче, поскакали вперед. Пошла. Все закоулки уж обыскивать не буду. Да, неплохой такой институт. Ну, пошла. Круто. Это обезьяны? Да, целая куча. Смотри, реально обезьяны. Круто. Что-то мне все это не нравится. Как-то слишком я тихо. Я останусь с мозолью. Мозоль. Дурацкая кличка. Ну да. Что у нас тут? Не видела обезьян? Первый раз вижу обезьяну. Прикольно. Стадион. Пешочком лучше. Так вернее, если что-нибудь выскочит. Так, нам туда, похоже, да? Давайте маленько осмотримся. Что еще тут есть? Главный корпус, администрация. Естественно, не откроется, да? Да, к сожалению. Жалко, вот современные мощности консоли не позволяют вот реализовать прозрачность окон, чтобы там за ними что-то было. Это, конечно, лишняя работа разработчикам. Вот просто представляешь, так вот прикладываешь руки к окошку, смотришь, там внутри все запылено, так темно. Действительно что-то есть, а не просто текстура. На крайняк можно сделать же какой-то генератор, я не знаю, там интерьеров, помещений. Вот это вот, чтобы... Короче, простор для фантазии большой, по сути. Технологии уже позволяют, но разработчики не рискуют, не двигаются вперед. Очень много такого, что можно было бы реализовать. Допустим, вот те же самые игры типа GTA. Почему туда вот этот генератор интерьеров не вставить, который так или иначе бы создавал мутурю в разной комнате, то есть по-разному, двух одинаковых комнат не было бы. Это даже у меня знакомый программист удивлялся. Говорит, это по сути реализовать очень просто. Единственное, там бабла надо вкладывать. Так, хорошо. Зачем я сюда ходил? Отсюда мы вышли на крышу. Ладно. Отсюда в аудиторию, да? Окей, давай посмотрим. В память о ком?
Красненько. Могила прям. Ну и патронов набрали. Все как надо. Отнюдь не зря сюда ходили. Так, аккуратно. Мозоль. О, смотри. Прикольно. Блин, сколько всего тут вообще? Это же офигеешь. Просто неохота никуда идти, охота сидеть, изучать локации. И если бы я играл один, я бы этим и занимался по большей части. Но понятное дело, что в нашем случае все-таки нужно как-то маленько двигаться вперед. Иначе зрители уснут. И то стараюсь большую часть этих основных таких очевидных мест обыскивать. Но успеваю далеко не все. Может, они просто хорошо прячутся. Это она уже упорхала. Так, ну мы почти подошли уже. Сейчас через это здание пройдем. Смотри, цикады. Значок, что ли? Ну да. Так, подвинься. Ну что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии двинемся дальше и посмотрим. Вижу. Что? Я буду... А, вон цикада. Я подумал, там. Окей. В следующей серии будем уже подходить, собственно, к основному зданию, к которому мы столько времени двигались. Это конец нашего путешествия, судя по всему, и, возможно, финал игры не так уж и далек. Совершенно не представляю, во что это все выльется, но определенные подозрения уже есть. Не верьте цикадам. Как-то вот так вот, короче говоря. Но, по сути, все настолько обалденно, что просто не передать словами. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.